motherfucker. What's up, ребятки, с вами канал Ali Game, Let's Play Rock. Это продолжение наших кошмарных историй. Ведьмы из Блэр, ребятки, чё, погнали. Давай, ищи булет. А это что? Какая-то пещерка. Охренеть, консервы. И смотрите, тут есть какое-то обвинение первое. Нарушение статьи 52 сборника общих законов штата Северная Каролина. Публичное проявление неуважения государственной символики вооруженным силам и солдатам-патриотам, с которыми он имел честь служить. А это что? Еще одна? Какие-то фигурки. А, вот она. Спокойно, малыш, бояться больше нечего. Мне эти какие-то штуки, они очень колдовские. И Буллет их боится. Ну, теперь все прошло. Так, где ты, Буллет? Мальчик сам себя не найдет. Коль ты меня сюда привел, значит, нам нужно идти через эти болота. Стоп, это как? Куда делась вода? Дорога обратно? Либо я схожу с ума, либо... Но здесь была вода. Охренеть. Да, Буллет, я бегу. Что ты тут нашел? А, какого хера? Что за? Буллет, беги, беги, Буллет. Не оборачивайся. Вот черт, Буллет. Мадафака. Они нас перестреляют, херам. Ух ты, черт, побери. Охереть. Охереть, Буллет! Буллет, what the fuck? О, господи! Буллет! Охереть, Буллет, мать твою! Иди ко мне, Элис! Я не хочу идти к тебе! Отстань от меня! Твою мать, только не сейчас. Давай, работай. Охереть. Я внутри какого-то дерева, Буллет. Что происходит? Что, мать его, происходит? Надеюсь, ты знаешь, куда идешь, мальчик. Что происходит? Что, мать его, происходит? От этих штук мне не по себе. Они будто как из какого-то культа. Фабиан. Да какого хера? Ты где, дружище? А-а-а, сука! Буллет, ты где, мать твою? Что здесь происходит, Буллет? Охереть просто, Буллет. Сука, ты где, пес, мать твою? Страшно-то как. Ух, черт, согласен. Это было внезапно. Охереть, охереть. О боже, кто-то меня толкнул. О, санова дрыч. Никогда не было так страшно. Мать твою. Охренеть. Мадафака. Дышать мне в лицо вообще. Охереть. Буллет. Пес, ты где? Это кто еще? Опять. Лукас. Лукас, что с тобой не так, Лукас? Где вы все? Буллет, ты где? Охереть. Где ты, дружище? Вы ведь еще друзья. Где этот пес? Буллет. Где ты, дружище? Блин, я застрял. Нормально вообще. Сука. Сейчас что-то будет. Я не могу вырваться. Фух, еле вырвался. Я даже не буду смотреть назад. Я прям стопудово знаю, что там кто-то или что-то хотел меня сожрать. Он прям держал меня за жопу, поэтому я не мог продвинуться вперед. Ух ты ж, как темно-то и сыро тут, а? Сюда. Да я иду, иду, иду. Только я иду за своим псом, а моего пса нету. Вместо этого какой-то голос какой-то тетки со мной разговаривает. И это очень страшно и очень стрёмно, когда ты двигаешься по такому длинному и темному коридору. Охренеть, еще через вот этот какой-то говнодым. О, смс-очка пришла. Ну конечно, сейчас это коза мне решила. Рада, что ты одумался. В смысле я одумался? Погоди-ка, нет сигнала. Кто меня хотел? История вызова, настройки игры, контакты, сообщения. Автовызов, у вас одно новое голосовое. Джессика мне не звонила, настройки.
Итак, ребятки, значит, какая у нас ситуация? На данный момент мы сейчас находимся в пещере, и у нас не самые лучшие вообще расклады ситуации. Но мы держимся, мы молодцы. С нами все хорошо, но почти. Короче, у нас здесь, короче, туннель. И туннель начинает расходиться. А еще что у нас, знаете что? А еще у нас жопа полная. Нам сейчас, по-моему, всадят, самый небалуй. Очень страшно, ребят. Нас уже и шатает, и рыгает, и все делает. Нам катастрофически нужно наружу, на свет, чтобы было очень ярко, да? Потому что на данный момент пса нету рядом. Нам очень хреново. Сыпятся какие-то кости, шлема. Мой Элис, навеки мой. Про что вообще идет речь? Такое ощущение, как будто... Да, Элис. Off the record, Элис. Не для протокола. Элис, какого хрена там происходит? Ты поехал на вызов по ограблению. На месте ты увидел, как они уходят из магазина. Ты достал пистолет, ты приказал им стрелять. Пацан куда-то полез за оружием. Элис, нет. И что потом? Вы знаете, что произошло? Я виноват. Охренеть. Адам Шеннон, брат Питера. Не знаю, чем я думал. Я последний, кого он был бы рад видеть. Я же мог покалечить... Но у меня было чувство, что я должен был прийти. Должен был, но не смог. Охереть, что это вообще происходит? Опять баба с глазами. Булет, какого хрена? Долго я был в отключке. Как мы здесь оказались? Типа мы отсюда пришли, что ли, или что? Ну пойдем сюда. О, знаю, дружище, знаю. Тебе не нравятся эти штуки. Так, лучше, Булет? Смотрите, там было... Чье-то было имя. Вроде так же, но... Старше, намного старше. Ерунда какая-то. Не, опять, у меня от этих мороз по коже, фигура. Короче, мы, по-моему, прыгнули в прошлое или в будущее. Я пока не понял про честь. Страх забытых чудовищ. Тодд МакКиннон. Отец был лесорубом. В детстве он часто брал меня на лесопилку и рассказывал сказки о живших там чудовищах и ведьмах. Я вернулся туда 40 лет спустя. Все осталось так, как в моих воспоминаниях, кроме разве что гнетущей пустоты. Больше некому было рассказывать сказки о страшных чудовищах. Не осталось ни одной живой души, что могла бы передать легенды дальше. Деревоперерабатывающая компания закрылась, а старую лесопилку бросили гнить. Но я не могу допустить, чтобы ее вот так забыли. Сначала я хочу, чтобы она открыла мне свои секреты. Я хочу узнать, что заставило отца покончить с жизнью. Заставило отца покончить жизнь самоубийством. Так, у нас есть дорога наверх и дорога прямо. Судя по всему, а по всему судя... Давай, Булет, тебе нужно двигаться вперед. Что, здесь ничего? Но все это как-то связано с рекой, да? Смотри, и у нас и направо теперь есть дорожка, и прямо. А что у нас? Это дорога типа назад, что ли, или что? Да, походу, это дорога назад. Мы выйдем из этого лагеря. Я надеюсь, что мы выйдем из лагеря назад. Ищи, Булет. Я вообще окончательно заблудился. Ничего не нашел? Смотри, Булет, свечка какая-то. Так, прочесть. Армейский жетон. Откуда он? Нет, нет, этого не может быть. LNT. Да уж, идем дальше. Что ты нашел? Стаканчик с кофе. И что дальше? Мы здесь типа проходили уже? Камень, смотрите. И что? Что не так с этим камнем? И мы опять спустились к этому дереву. Кассета найдена. Давайте посмотрим на нее. А, это тот чувак, который убил нашего друга. Он закопал что-то поблизости. Давайте поищем. И камень повалил. Смотри, это было у нас наверху. Смотри, вправду. Давай мы сделаем следующее. Мы достанем камеру, включим пленку. А почему этот тип не появляется? Так... Давай, Булет, посмотрим, что здесь. Что это? Стоп, я где-то видел этот логотип. Лэннинг туда собирался. Стоит проверить, может мы наконец-то найдем ответы. Булет, а ну давай нюхай. Давай, а теперь у нас начинаются гонки, да? Ничего не нашел, да? Есть там кто-нибудь? Что? Думаешь, что нам нужно вернуться? Что-то еще. Да, я иду. А становится все темнее. Странно, что за листья?
Охренеть. Элайдж опять говорит, монарх, вы меня слышите? Кто это? Офигеть. Элис, что ты там нашел, Буллет? Еще один. Элвуд, Эшли, М. Элайдж опять говорит, монарх, слышите меня? Да сейчас. Это... Нет, вы не настоящие. Эй, Буллет, что такое? Что ты там нашел? Буллет, что случилось? Охренеть! Какого хрена? Говорит Марах, бегом на следующие позиции, избегать контакта любой ценой. Буллет, подожди. Пытаюсь избегать контакта с ними. Вау. Она прям охотится за мной. Буллет, давай ко мне. Сейчас, малыш. Вау. Все, я понял. Мы успели, Буллет. Отлично. Здорово, мы смогли. Побежали, Буллет. Нам надо быстро двигаться. Охренеть, они еще и стреляют по нам. Самая долгая и длинная забежка. Вон они. Вот эти твари. Вон они. Вон, я их вижу. Вот он. Вон он, вон он, вон он, да. Кого-то там увидел. Я думаю, нам нужно сюда. Да, по крайней мере, здесь есть остров. Где это мы? Что это? Какая-то война. Успокойся, просто успокойся. Нет, вы не... Неллис! Неллис! Неллис, на помощь! Господи. Что происходит? Неллис, пожалуйста. Я не могу. Что за дичь? Охренеть, Буллет. Это ты.